Друзья, больше месяца видосы не выходили на канале. Я даже не знаю, с чего начать ролик. Вы сами все прекрасно видите, что творится в мире. Я еще и перед этим заболел второй раз коронавирусом этим сраным. Вот. Сейчас я дождался легкого и полулегкого веса, и мы с вами поиграем за Махачева и за Оливейру. Давайте сыграем первый бой за Оливейру. У нас есть перки вот такие вот, стойка, грэплинг. Болевые приемы, как вы видите, 100. Здоровье и кардио тоже пушечные. Лучшие приемы — это, конечно же, все джиу-джитсу. Перевороты, развороты, подъемы, переходы и традиционные удушения. Короче, как-то так. Сыграем, может быть, по два боя за бойцов. Не знаю, у меня был, помимо того, что я не выпускал ролики на канал месяц, я еще и не играл в эту игру. Вот я один день поиграл в нее для того, чтобы набрать хоть какие-то ПТС, чтобы, например, здоровье у бойцов пропало, у противников, чтобы было вам интереснее. На навыки пока не смотрите, хотя их и до этого не было. Очень тяжко. Так, 242. Для меня это на самом деле тяжело. Но, по сути, это средний должен быть игрок. Потому что не средний, это минимум 2500 и выше. Хорошо. Пацану не хватило денег на шмотки, поэтому он решил закупаться. Я даже и не знаю, где он закупается, но где-то в подвалах. Так, хорошо. Будем играть очень аккуратно. Он боится. Очень медленный удар у него. По голове попали раз, по голове не попали два. Так, мы не будем ему бить по... Ё-моё, дружище, здесь телок нет. Здесь я и ты. Капец, что он делает. Капец просто. Хорошо, мы снизу. Мы снизу, а это самое главное. У нас отсюда есть зажим ноги. Мы вообще все умеем делать, пацаны. Если Оливейре надо, он и ногти подстригет оппоненту. Так, я буду первый. Он очень много делает акцента на корпус, когда лежит. Ой, когда стоит в стойке. Потому что он тем самым обороняется не только по нижнему этажу, но еще и от тейкдаунов. Не, браток. Не-не-не-не, я буду первый. Отсюда у нас и рычаг, и у треугольник. Не угадал сторону, я здесь... Ну, вот это благоприятная для меня сторона. Ждем. Блин, я только хотел удар нанести, и он начал бить. Ой, переходить. Есть ли у меня переход? Перехода нет. К сожалению, смотрим на его руку. Попробуем просто перейти. Может быть, он не умеет блокировать, хотя ну столько очков. Блин, я опять не успеваю, пацаны. А вот руку его успеваю перевести. Смотрим дальше. Попробуем поднять. Это было сделано наугад. Мы будем это знать, что он так делает. Надо сбить его грэплинг. И еще раз нужно сбить грэплинг. Пытается он набивать его. Я не заблокирую, да? Попадает он ко мне в закрытый гард. Для меня это тоже неплохо. Попробуем. Не, он умеет, кстати, пацаны. Хорошо, молодец. Ну, по Оливейре лучше не бить. Бля, молодец, чувак. Он еще и перешел. Так, хорошо, я недооценил его. Возможности партера. Это в левую сторону, я должен был это блокировать, да. Хорошо, у него нету походу подъема, пацаны. А это говорит следующее. То, что мы с вами, когда будем в закрытом гарде, если мы туда попадем, в рабер гард, то я смогу его удержать. Я там хорошо блокирую. И после этого я ни разу не заблокирую. Не знаю, кто первый раунд забрал, у нас их 5. Вот он просто ставит... Мы будем спамить клинчем. Потому что он забыл. Ну, он блокирует низ полностью.
Очень неприятные колени от него пошли. Но вот эти вот вертушки его по корпусу, они до добра не доведут. Прекрасный перевод. Два удара, опускаемся. Хочу качественный бой провести. Если мы всю дистанцию с этим типом пройдем, то пацаны за следующий бой будет замахачево. Хорошо. Видит. Мы сбили грэплинг, у него нет его сейчас. Попробуем топ-маунт зайти, он может блокировать. Я блокировал здесь наугад. Я не в ту сторону двигаюсь, но это чушь от него, а не удары. Жесть, что он делает. Ну да. Блин, я опять не в ту сторону двигаюсь, сука, игра заставляет беситься. Я, блядь, не должен беситься. Хорошо. Бля, ну... Но он попадает по мне, вы понимаете? Я двигаюсь в ту сторону, в которую должен двигаться. А он по мне попадает. Прикольный соперник, необычный. Капец, Оси, я до такой степени не могу привыкнуть. Ладно, этот раунд не получился. Я хочу расслабиться, уйти в другой раунд и, ну, начать жизнь заново. Нихера ты красава, чувак. Прекрасные действия от тебя. Я не знаю, зачем он тратит стамину. Так, что мы имеем по первому раунду? В первом раунде я забрал его, ну, по сути, да, если по контролю считать и тейкдауну. Здесь неприятный раунд, да. Вот эти его вертушки, я, по сути, их должен пресекать. Но у меня этого не получается делать, друзья. К сожалению, не хватает реакции, опыта. Нужно, ну, привыкать к игре. Реально, вот попробуйте месяц не поиграть, просто садишься и какой-то кошмар. Вот такие сопы, мне кажется... Ну, это еще и боец такой. Типа, пытаюсь играть универсально. Постоянно вот это колено. Я тоже могу коленями бить, но не хочется. Бля, я забываю. Я не понимаю, как я не могу. Ну вы видите, что я делаю? Просто жесть вообще. Но ничего не проходит. Ничего не проходит вообще. Просто ничего. У него заходит все. Такое ощущение, что я вообще никогда не играл в нее. В эту игру. Да пошли в стойку, ё-моё. Блять, ну это кошмар какой-то. Ладно, все. Просто бесишься, не знаю из-за чего. Получается беситься. Я должен вертушку, вот эту вот, она такая слабая, ну типа по скорости.
Но я это ничего не пресекаю, это просто капец. Да это пиздец. Посмотрите на моего увольня. Жесть, что этот самородок делает? Колено выбило всю мою стамину. Прекрасный удар. Так, ждем вертушку. Так, мне чешется нос. Тем и интереснее. О, господи, такое ощущение... Блин, ладно, не будем ничего говорить. Понимаете? Вот когда у тебя такое происходит, начинается как адреналин по венам. Ты как будто... теряешь контроль, ты не можешь ничего делать, кроме как ныть. Я давно вот этого чувства не испытывал. Ладно, поехали играть. Почему я херней какой-то занимаюсь? So he'll continue to throw, and he'll continue to wear on his own gassing. Я придурок. Я забываю, что он это делает. Так, я хочу вертушку от него увидеть хоть одну. Я его высеку. Look at him working at trying to shut the liver down. Over and over and over. He's landing these nasty body kicks. Going back to his patented kicks here, but unable to find the target there. A really good job by him there to raise the guard, DC, and block those shots coming his way. He does a great job. Да, Антон. Coming strikes. Under three minutes now to go on the round. Время тебя испортило. А, он меня толкает, и я не могу двигаться в этот раз, если он меня толкает первый раз. Хорошо, хорошо. Не-не-не, пацаны, я прошу вас всех написать Антон Лопушонок. Вот. Сосунтилка ходячая. Ну, я не понимаю, просто... Well, he misses with the left punch there. Big punch lands over the top. Вертушка будет. Жесть, это Супермен панч ебанул. Вот в первый момент я так играл бы, и все было бы нормально. Но я решил немножко по-другому поиграть. Типа показать какой-то универсализм. А чел просто подходил ко мне, бил колено, и я загорелся. Olivera doing the right things defensively. Oh! Who's hurt? Serve him up. Go get him. Просто сближаемся с ним и все. Этот, вот эти удары не наносят ничего. Это жесть. Просто кошмар, блядь. Ой, я хотел бы еще с ним бой сыграть. Только я начал бы драться уже нормально. Ну, типа, сразу в стойке. Трындец, пацаны, честно вам признаюсь.
Стамины у меня мало. Alright, so a nice shot there defensively to raise. Oh! Huge right hand! Лежать, а! А! Понятно, понятно. Моему друшлаку не хватает. Моему друшлаку не хватает, пацаны, выносливости. Kimura's not the arm, it's the shoulder pressure that usually makes you tap. Ой, походу Маша мне не тот джойстик дала, бля. Ау! Чувак! Ты без руки! Бля, плюс в комментарии, если он тебя тоже взбесил. Ну, короче. Для себя я буду считать, что я разыграл эту сценку специально. Просто когда я начал бить ему в голову, вот чувак просто посыпался, вот и все. Когда я начал ему бить в голову, когда я перестал, типа, тейкдауны, клинч, корпус, да, там какие-то вот эти вот замашки свои делать, универсальные игры. Блин, против таких типов очень тяжело, то есть ты к ним подходишь, колено. Ну вот эти вот удары по корпусу, пацаны, которые я должен был как-то контрить, я этого не делал. Да, здесь, конечно, я полный лопух. Ну ладно, все, забыли, пойдем играть за Махачева. Был прикольный тяжелый поединок, мне понравилось. Я вспомнил вот это вот ощущение дерьмеца по венам, и поэтому могу сказать, что... Единственная игра, которая так делает, это UFC. Единственная. Вот ты когда играешь в футбол, например, вот я недавно FIFA 23 скачал. Но очень захотелось что-то поиграть. О, там такого нету. Там, блин, полная команда у тебя. Из 11 человек 10 ты управляешь. И как-то этого незаметно. А вот здесь как будто против тебя реально вот игрок. Вот один. Одно рыло, которое сидит, вот как я сейчас за монитором. Это такое бешенство вызывает. Это просто капец. Прикольно, конечно, мне пинг дали, а здесь слама нету. Вот. Но здесь зато есть этот, как его, пацаны. Здесь зато есть, но он слабый, Оливейра. Вот он. Он здесь слабый, посмотрите. У него все слабое здесь. Если он там 4,5 звезды, и у него партер 5 звезд и так далее, то здесь... Четырехзвездочная Оливейра, и у него не те, так скажем, статы. Ну ладно, сыграем. Я думаю, что за Махачева мы тоже успеем. Напишите, кстати, в комментариях. Лепик просил у вас написать уже, типа, кто выигрывает в реальной битве-то. Здесь, короче, хукера, наверное, будем сразу преследовать. Начнем его передвигать к сетке через клинч. Дальше будем заходить за спину и пытаться душить. У меня, кстати, очень плохо работают R2 и L2. Но это старый джойстик. Вот сюда мы будем его приближать. И будем здесь падать. Давно я людей не душил, но если будет глупый, то я задушу его. Так, мы перейдем за спину. Но умеет блокировать. Хорошо, и пинг у нас с ним хороший. Не, чувак. Ты фантазии свои детские оставь там на потом. Так, нужно посмотреть, как он это делает. Так, он крутит жестко, да, и в разные стороны. Так, попробуем перейти в топ-маунт, глянем, что он здесь делать будет. У нас по-любому будет сайд-контроль, да, он есть.
Хорошо, здесь просто задержимся, а потом перевернемся. Оп. Еще раз за спину. Здесь будем использовать свои сильные стороны. Не-не-не, следующий его перевернет, и мы отпустим его. Так, ну, блин, одна блокировка, я должен душить его, по сути. Yeah, notice he just took the body triangle, readjust the lock, and now it looks like he's got it. Ну, почти на свежую задушил, пацаны. Вообще дэшка не хватило, я там подзапутался. Если бы я его заблокировал, он бы проиграл сразу. Ну, то есть там бы у него очень много куска не хватало бы. Хорошо. Как выходит, уже практически понимаю. Ну, типа, практически на свежую задушил его. Ой. Так, будет он, наверное... Не-не-не, мы его чисто... Знаете, что сейчас было? Чувак был без стамины, я делал фейк мидл-кика и хай-кик, и он... Увидел в конце эту анимацию, но он был без стамины, и он двигался. Без стамины ты двигаешься, то есть ты уклоняешься. И мы его вырубили наглухо. Смотрим. Вот он блок отпускает, видите, в конце? Все-таки я не зря сделал фейк. Типа я замахнулся, как будто по нижнему этажу бью. Вообще кайф, просто невероятный нокаут. Хорошо. Пацаны, ролик получился очень длинным, практически там 40 минут, и я решил его разделить на две части. Одна часть это за Оливейру, другая часть за Махачева. Поэтому, если хотите посмотреть поединки за Махачева, то смотрите, я думаю, завтра на канале или послезавтра они точно будут. Как обычно, хочу пожелать вам и вашей семье крепчайшего здоровья. С вами был Антон, всем всего хорошего и до скорых встреч.